Сегодня мы находимся в Ханое. Здесь прошла встреча с ключевыми партнерами. Мы поговорили о том, как сегодня развивается проект, куда он движется и когда мы планируем завершить финансирование проекта. Какие шаги нам осталось пройти, что будет после завершения финансирования, как будет развиваться компания SolarMash, компания Solar Group и как партнеры во Вьетнаме могут в этом поучаствовать. Сегодня к нам приехал Павел Филиппов, один из руководителей Solar Group, чтобы вместе подвести итоги года и обсудить дальнейшее развитие компании во Вьетнаме. Спасибо за приглашение на новогоднюю встречу Solar Group, которая очень ценна для меня. У меня и других партнеров невероятно большой потенциал для развития инвестиционного бизнеса. Международная компания Solar Group уверенно движется к началу производства электродвигателей. Это очень важно, чтобы решить проблему загрязнения окружающей среды в нашей стране. Я очень рада идти вместе с компанией в этот путь. Я уверен, что такие встречи очень важны, что они укрепляют взаимодействие. Я вижу перспективу здорового развития в регионе. У компании есть хорошие дорожные карты, в том числе для скорейшей выплаты дивидендов инвесторам. Этот проект несет ценность многим сообществам во Вьетнаме.